Еще полвека назад многие психиатры применяли абсолютно бесчеловечные методы лечения по отношению к психически больным. Сегодня расскажу о 10 таких методах карательной психиатрии. Лоботомия. Метод разработал португальский врач Эгаш Мониш, который считал, что психические расстройства возникают из-за неисправной работы нейронов в лобных долях мозга. Проблему он предложил решать частичным удалением лобных долей, таким образом исключая их негативное влияние на другие структуры центральной нервной системы. В 1949 году за это открытие Мониш был удостоен Нобелевской премии. Метод поддержал американский врач Уолтер Фриман, который начал разъезжать по стране в лоботомобиле и оперировать людей, страдающих от депрессии и психозов. Для его варианта процедуры не требовалось вскрыть черепную коробку. Он вводил маленький нож для колки льда через глазницу в мозг пациента и двигал им, рассекая волокна лобных долей. Мало того, что Фриман часто использовал нестерильные инструменты, у него еще и не было опыта в хирургии. Вскоре стало ясно, что процедура не вылечивала пациентов, а превращала их в ходячих мертвецов. Так что медицинское сообщество быстро отказалось от ее использования в будущем. Клиторидектомия. Основываясь на викторианских убеждениях, что мастурбация и сексуальное желание могут вызывать психические расстройства, врачи 19 века лечили пациенток принудительным обрезанием. Удалению клитора подвергались женщины, практиковавшие мастурбацию, страдавшие от истерии, повышенной возбудимости, неженственной агрессии, грибковой инфекции и распущенности. Согласно отчетам, многих британских женщин в те времена насильно лишали клитора, если они пытались уйти от мужа. Оргазм. Вибраторы придумали вовсе не для женского удовлетворения. Врачи, которые изобрели секс-игрушки около 200 лет назад, всего лишь искали средства облегчить себе труд в лечении женщин 19 века от истерии, то есть от бешенства матки, которая в наши дни называется просто сексуальная неудовлетворенность. Если женщина жаловалась врачу на тревожное состояние, бессонницу, раздражительность, нервозность, эротические фантазии, тяжесть внизу живота или влажность между ног, ей диагностировали истерию. Еще с 16 века врачи наносили растительное масло на гениталии пациентки и массажировали их пальцами, облегчая ее истерию, до тех пор, пока она не достигала оргазма, который называли припадком. К началу 19 века лечение припадками было популярным методом среди европейских и американских психиатров. После того, как врачи начали жаловаться в медицинских журналах, что лечение истерии требовало слишком большой физической выносливости, многие начали экспериментировать с механическими и позже электрическими заменителями рук. Трепанация, которая является едва ли не самой ранней формой психиатрической терапии, была разработана на основе убеждения, что безумие вызывают демоны, засевшие внутри головы. Просверливая дыру в черепе пациента, врачи тем самым якобы открывали выход для демонов. Археологи обнаружили древние черепа со следами трепанации, где аккуратные круглые дыры были вырезаны задолго до смерти. Различные народы мира использовали трепанацию как метод лечения пациентов еще с доисторических времен, вплоть до 20 века, когда процедуру перестали практиковать. Впрочем, не все. У операции до сих пор остались сторонники, которые сформировали собственные организации, например, Международную группу защиты трепанации. Змеиные ямы. Змеиная яма — это не только известный фильм, который привлек внимание общественности к кошмарным условиям психиатрических лечебниц, но и один из самых популярных методов лечения в психиатрии середины 20 века. В те времена, если обряд экзорцизма не давал нужного результата, одержимого удерживали над ямой с ядовитыми змеями, чтобы злые духи, испугавшись, покинули его тело. На протяжении веков врачи психиатрических больниц придерживались того же принципа, используя шоковую терапию. Пациентов окунали в ледяную воду, а в некоторых случаях даже использовали старый проверенный способ со змеиной ямой. Кровопускание и очистка кишечника. По мнению главного древнегреческого целителя Гиппократа, практически все человеческие заболевания, включая психические, появляются из-за дисбаланса веществ в организме, таких как кровь, желчь и мокрота. В 16 веке английский врач Томас Уиллис сделал вывод, что лучшими способами исправить этот дисбаланс, или, как он говорил, меланхолию крови, является кровопускание, очищение желудка и кишечника. Для кровопускания использовали пиявок, а рвоту провоцировали с помощью специальных механических качелей. Такие методы лечения психических расстройств использовали вплоть до середины 19 века. Еще с древнейших времен душевнобольных подозревали в одержимости, и для изгнания демонов совершались обряды экзорцизма. На самом деле признаки предполагаемой одержимости действительно схожи с симптомами различных психических расстройств, например, шизофрении или интоксикационных психозов. Одержимые говорят на языках, которых никогда не слышали раньше, демонстрируют невиданную силу, проявляют отвращение к религии, страдают от бессонницы и потери аппетита и стремятся себя покалечить. Обряды экзорцизма проводят до сих пор, и хотя наука отказывается признавать одержимость заболеванием, католическая церковь открыто заявляет, что большая часть людей, демонстрирующих признаки одержимости, на самом деле психически психически больные. Темницы и сумасшедшие дома. Хотя во времена средневековья в Европе психически больных обычно не лишали свободы, в начале 13 века в континентальной культуре закрепилась практика запирать их в одном месте. Больных часто изолировали от общества, помещали вместе с инвалидами и преступниками. С ними бесчеловечно обращались, приковывали к стенам и заточали в темницах. Такое обращение продолжалось вплоть до 19 века не только в Европе, но и в США. Даже после реформ психиатрические клиники, или как их называли сумасшедшие дома, оказались ничем не лучше. Переполненные, с облезшими стенами и пациентами, спящими прямо в коридорах, они скорее напоминали товарный склад душевнобольных. Стоит ли говорить, что никакого лечения в этих местах не проводилось? Гидротерапия. В начале 20 века основным методом лечения психических больных стал психоаналитический подход, разработанный Зигмундом Фрейдом, Карлом Юнгом и их коллегами. Но в некоторых учреждениях продолжали использовать физические процедуры, такие как гидротерапия. Использование воды для лечения физических недугов практиковалось всегда. Теплые ванны также стали эффективным средством для лечения взволнованных, маниакальных пациентов, страдающих бессонницей. Но некоторые врачи исказили эту концепцию вплоть до превращения гидротерапии в пытку. Одна из процедур заключалась в обертывании пациента ледяными мокрыми полотенцами, другая же требовала связать пациента и держать его в ванной часами, а то и днями. Существуют данные, что как минимум одного пациента приковывали к стене в позе распятия и направляли на него мощную струю воды из пожарного шланга. Истоки процедуры, ныне известны как электросудорожная терапия, лежат еще в начале 20 века, когда зародилось мнение, что психически больных можно вылечить, провоцируя у них припадки. В 1982 году запретили вызывающий судороги препарат метразол, но эта теория в итоге привела к дальнейшим исследованиям электрошока и появлению ЭКТ. Тем не менее, используемый сейчас метод прошел долгую эволюцию, прежде чем достигнуть эффективной формы. Годами пациентов привязывали к столу и буквально пытали, пропуская через их мозг электрический ток.